почему-то. Требуется пекарь в пекарне. Пойдешь пекарем, Миш? Чё хочу? Да, Миш? Я не знаю, чё хочу. Так. 1850. Там что хочешь? Нет, нет. Все вместе, да? Да. Мистер Бомбастик, мистер Фантастик. Ты выбрал что? Вот возьмешь, да? Вот челлендж. Сало, Миш, 704 рубля здесь. А мы какой-то тебя вчера брали за 700 рублей, помнишь? За 400. Нет, мы вчера брали тоже 700, ты чё? Нет, один кусок 400. Килограмм написано. А килограмм 700, да. Ну там какое сало? Дяденька сам делает. Здрасте. А манна копа есть? Манка, да, нам на рыбалку. Он. Пачка любая, да. А, вот такая, давайте. А, это, а сухарь, панировочный сухарь есть? Вот я тогда заезжал, вас последнюю пачку отдали. Может, не привозили больше? Есть. Есть? Давайте, пачку. Сухарь есть, карточки пробейте. Если есть алюминиевые банки. А. Лимонада. Есть лимонад, но в алюминиевую банку. Банки, лимонад. Банк. Сколько возьмем коробку? Долго. Убери, что будешь, вот, говори. Еще, что хочешь. Можно вон его надо взять за 63. Бери. Такой? Вон, который, ну, с любым вкусом за 63. Да, вот где вот это, да. Тайга? Можно тайгу, можно сагагару. Любой, да, нормально. Я сейчас карту пробей. И ментос. Ментос? Зачем тебе ментос? Где ментос? Может, какой с неба взял? Какой? Не, а тут был, видел, еще ментос был где-то. Вот какой? А, да, вот это, да. Мятный? Только не, вот не мятный, вот этот. На, свой лимонад. Дорогу только аккуратнее бери, не убегай, ага. Сразу, вышел потихоньку. Твою карман убирай. Вот карточек пробейте. Спасибо. Чё хочу, я и сам. Да, чё хочу. Миша, не торопись. Дорогу убирать. Нет, машин нету. Машин нет, пойдем. Шустрей. Давай, Миша, ментос. Давай. Ментос. И примем решение. Едем на рыбалку. Вперед. Всем привет, друзья! Мы с Мишей идем на рыбалку! Всем привет! На рыбалку ты как там? Нормально? Ну да. Мишки бур, ящик. Все как положено, друзья. Идем на рыбалочку, на озеро. Так получилось, что Миша сегодня выходной. Должен был в школу сегодня идти. А они что-то написали вчера вечером, что какая-то олимпиада в школе, что-то такое. Короче, уроки типа онлайн. И короче, в школу не надо идти. Я говорю, Миша, ну что, идем на рыбалку тогда. Тем более я собирался. Ну вот едем на озеро. Такое озеро. Там оно большое. Ну знаете, помните, я ездил. Большое озеро. Здесь хоть клюет. Ты был здесь? Ну, по-моему, были здесь, Миш, с тобой. Но ты, по-моему, там не поймали ничего. Надеемся, что-нибудь поймаем, друзья. Просто на оке вообще не ловится. А здесь что-то клювало хотя бы. Может, повезет, что-то наловим. Подкормки набрали. Всего. Так что вперед. Смотрите, какое здесь красивое поле. Сейчас покажу. Вон какое. Красивое. Да, все едешь так везде. Так красиво, классно. На улице уже хорошо, тепло, солнце греет. Весна, друзья, кстати, весна, с весной вас всех.
Пойдем ко мне, Мишань, я тебя пробурю здесь. Первая рыба есть, друзья, вот такая. Хотя это уже у нас вторая лунка, а? Плотвичка. Кстати, вот здесь, да, пробую? Да. И подкармлю мамочки. Прогулял свою поклевку, да, Миш, я? Да я вообще не видел. Не видел? Ты что, меня клевал, знаешь как? О, смотри. Видишь? Подтекаем. Есть. Есть? Есть, сопротивляется, Миш. Сопротивляется, сопротивляется. Густерка. А мне густерка, Мишка, плотвичка, мне густерка. Маленькая. Сначала вот есть, одно Миша поймал в плотву. Одно я. Хотя бы уже что-то. Уже начало есть, по рыбешке поймали, да. Подкормил еще летней подкормкой. Попробуем, сейчас посидим. Рыбачки сидят, вон там, кстати, полавливают, я смотрю. Мы хотели туда с Мишей пойти. Попал здесь по рыбешке, поэтому говорю, пока посидим. А так хочется в этих неровен пойти, потому что смотрю, у них там вроде как клюет. Тут надо еще найти рыбу. Найдешь рыбу, будешь с рыбой. Подкормка подкормкой, а рыба рыбкой. Такое вот большое озеро. Чё хочу, сам не знаю, чё хочу. Показаться бы врачу. Пойдемте искать рыбу, ребят. Под высоковольтку сейчас куда-нибудь сюда. Рванем. А вот к мужикам идем. Мужикам идем. Обуривать. А то что-то дела такие, они ловят, а мы не ловим. Интересно, интересно, да, Мишань? Догоняешь? Обуривать идем вас. У нас две рыбешки, а у вас побольше, значит, надо обуривать. Гает, да, она такая. Как, кто подойдет, то не подойдет. Ну, не знаю. А, наверное, наверное. Если бритый, то... Ты побрился, Миш? Ну что, буримся, Миш, здесь? Рыбы мне больше не надо. Больше не надо? Напомнился, да? Ну хватит, все правильно. Не, я попал на густерку. Я мотылем подкормил. Подкормил мотылем, может, часик прошел, смотрю, вот на густерку вторая. Если крупненькие такие, даже крупнее. Где? Вот там вот, Миш. Ты когда, раньше? Раньше, ну не знаю, недели две назад, наверное. Понятно. Ну, и... вот две недели назад здесь хорошо клевал. Сейчас то ли давление, то ли полнолуние, чего тут влияет. А так, ну да. По 100 штук ловили. Ух, ну, вот такой, да? Да, 3800. Ух, нормально, да. 70-80 штук. Да, надо заодно считай. А это что тут за клюв? Ну и да. Клюнет. Тупо пойдет. Ну ладно, Миш, где будем бурить-то? Пошли дальше. Давай здесь один день, какая разница. О, клевочки, Мишанька. Клевочки? О, есть. Есть. Что-то кто-то есть. Он забрыкался, вот перестала. О, ребят. Какая густеренька, ребят. Смотрите, Миш. Ну да, такая ушка. Заберем такую? Давай, возьмем, наверное. О, какая, давай возьмем, покрупнее. Опа. Ну, поиграл по клевочкам. Подсечка есть. Крупненькая. Показалось опять. Опять слабенько показалось. Сначала крупненькая. А вот какая густерка. А вот какая. Такую я отпущу. Меньше чем-то. Борзик не ест у нас рыбу. Поэтому рыбка пусть плавает, растет. О, поднимает, поднимает. Эй, блин, да какой вырвал-то у нее. Прям почувствовал. Надо проверять. О, прям покрупнее, прям так попалось, показалось. О, какая-то плотва. А я думаю, что так покрупнее. Какая подошла-то. Нет, нет, подойдет. Такие вот красивые серебряные красавцы. Ну что ты мне за прием хотел показать, Миш? Бедро. Бедро новый какой-то? Под хватом. А? Под хватом. Не слышу ничего. Бедро с под хватом.
захватом. Ну пойдем покажешь. Пока не клюет. Подкормили, ждем. Подкрепка, да? Ну ладно, подкрепка. Ну видишь, значит, когда подходит потихоньку. Нет, теперь подойдет она. Ровненько, оп, поставь проверь после игры. Это как-то, да, так по одному разку. Тоже мужики, смотрю, бурит. Какой-то порыв был, поклевок, и затихло. Ну пойдем, прием покажешь, что ли? Сейчас. Прием. Так. Чего через тебя? Назад. Ну давай будет. Не, давай будет сразу, здесь можно. Давай, сделай. Вот вот того стоим, меня схватил, да? Так. Да? Дальше. Вот так что ли? Да. Получается, мы вдвоем падаем. Еще разок. Подожди, еще не встал. Давай. Так, не даю сначала. Добару. Добару. Теперь просто поборемся. Да нету, ёлки-то. Что за рыба такая? Нынче ушла и пошла. Не хочет. Или не хочет, не может. Может, я не могу. О! Да что ты будешь делать? Да где ты там? Ну, рыба. Рыба хитрая рыба. Клевать-то клюется. Давай, давай тогда. Что ж ты? Мы ее поймаем, ребят. То что там у нас там с вами такой есть. Есть. Кто там такой нас с вами мучил? Вот она с вами мучил. Костерка маленькая. Ну хитрил. Она хитрил, да? Костерочку маленькую. Плыви. А? Нормальная? Ну. Ну-ка, что там у тебя? О! Латвичка, ну ты хапнул свою. Да. Нормально у тебя тоже, не маленькая, да? Ну да. Я говорю, может, еще начнет клевать. Есть мотыль там у тебя? Нет, там уже выбыл. Ну тогда тебе мотыль отдам. А ты прям положишь пока здесь. Или давай мне платвичку, сейчас я туда отнесу. Так, куда тебе мотылька положить? Вот туда. Пойдет вот так. Ну, можешь в баночку прям положить. А, на баночку давай? Да. Вот так, на баночку. Вот так вот. Пробуй-ка еще. Ну какая? Живенькая. Платвичка. Платвичка, ага, самостоящая. Обыкновенная платвичка. Давай, видишь, и у меня там прыгнула, но я не вытащил. Да. Заберу ее, опа. Есть. Хороший. Ну, посмотрим, что хорошего. О, какой! Действительно хороший, ребят, смотрите, какой. Такие даже редкость. Да. Для, вот, для таких еще не ловил ни одной, Миш. Ты меня облавливаешь, ребят. Смотрите, какая красивая. Молодец. Да, хорошо. Мотыль есть? Пока. Хватит тебе того? Хватит. Мне еще чуть-чуть надо. А? Я, не эту детку тебя зацепил? Не знаю. Давай, проверь.
себе нормально. Ну давай, пойду я ловить. Молодец, смотри, ребят, смотри. Эх, какую. Жень, говорит, хорошая, хорошая. Клюв, поклевки. А по нет поклевок, вообще затихло все. Мишкина рыба вся. Ну, какие красавцы. Блин. Вырвало, нет? Не, просто. Тогда если нет, тогда пускай опять сразу же пускай пробу, сейчас может еще клюнет. Видишь, есть у тебя поклевки здесь все-таки. Мы здесь накормили мотылевым и сухарями, и манкой. И не клювало вообще, видать, закормили. Уже вроде домой собираться, а она начала поклевывать. Но я там перешел в другой лунке. Вон, есть маленький, да, малюсенький, малюсенький совсем. Выиграй ни капельку. О, хороший. Хороший, говорит. Хороший прям? Вроде бы. Бывает, да, так сначала хорошо, но посмотрим, ребят. Ну, такая, да. Вот, во, нормальная. Молодец, рыбак. Потихоньку тут вылавливает. Цепь есть, модель у тебя еще? Да, вот где-то. Нету, положу сейчас. Ну, цепляй, я тебе сейчас все дам. Значит, надо мне попытаться на твою перейти, где я тоже подкармливаю, вот здесь вот. Здесь посидеть. Такая. Чуть поменьше, что ли, ну, нормально, плотва. Ну, какая, съедобная. На густерку похоже. Есть. Да, вроде крупненькая. Хорошо. А, это плотва, ребят. Это плотва. Нормальная плотва. Это я поймал, Миш. Ага. Тут поклевка. Да, была. Я после поклевки чуть поиграю, бывает. Да, я так же сам, только не сразу же. Можно подождать. Ну да. Затихло, да? Подождем. И у Миши это клевало, и у меня. Ну что у тебя? Ну пока ничего, я скажу, подачу. Сейчас красивые поклевки были, я видел. Скажешь тогда, когда что? У меня сейчас перед этим окунек попался. Я не показал на видео. Даже не без поклевок подсек, а он сидит. Есть. О, густерка. Тихо, не запутай. Такую маленькую пускай, наверное. Все на маленький совсем. Чё хочу. Ой. Соня, положи. О. Ты сейчас проглядишь всю поклевку. Клюнь, таскай. Ой, есть. Нормально? Да, хорошо. Сюда жёлками, когда я папа тебя поймаю. Ой. Я время клюет поймать не могу. Вам сошла. Сошла? Эх, сошла. Ну что, а у меня нет бутылей больше. Я их все смыл. Поехали. Я честно была. Понял. Есть, хорошая. Хорошая? Опять сразу же. Бутылей, главное, всех выбросил, всех смыл. А вот там мотылена и пошла, вон какое. Хорошая. Смотри, мотылей смыл всех. Уже домой собрались, а она заклевала, ребят. Вот это да. А мотылей нет. Ну, можно попробовать на этих же самых. Ну что, друзья, время уже 2:30. Наверное, будем собираться.
Ну что, маленько поклевывает, нет-нет. Так, посидеть, если для удовольствия, можно поймать. Маленько поймали все равно. Мишка немножко оторвался, да? Да. Поклевало. Ну что, вроде поклевывает, но будем собираться уже, хватит. Пока еще до дома доедем. До дома не меньше часа ехать. Поэтому, а мы еще и не обедали, ничего. Ну все, всем пока и до скорых встреч. Всем пока.